Привет, ребята. Ну, Шуга здесь с вами. А в этом году, в 2021, я не уверен, будут ли эти кадры выпущены после Нового года или в канун Нового года. В любом случае, 2021 год подходит к концу, а приближается 2022 год. Что касается нас, мы продвигали баттеры и Permission to Dance, а что привело нас к победе на АМА. И нам посчастливилось провести 4-дневный концерт в Лос-Анджелесе. В целом, это был действительно счастливый год для нас. А был ли этот год счастливым и для вас? У меня есть личное пожелание на следующий год. Я желаю, чтобы пандемия COVID-19 закончилась в следующем году, чтобы мы могли посетить много разных стран и провести концерты с ARMY. Каковы ваши надежды и цели? По всей видимости, 2022 год – год тигра. Надеюсь, вы останетесь сильными, как свирепый тигр, приветствуя 2022 год. Я действительно хочу, чтобы год тигра мог прогнать COVID-19. Это, вероятно, не только мое желание. Это, вероятно, желание всего человечества, правильно? Пожалуйста, завершите оставшуюся часть 2021 года. И я очень надеюсь, что мы сможем видеть друг друга чаще в 2022 году. Ребята, с Новым годом!